Последняя передача от корабля капитана была из этого района около 12 часов назад. Когда найдете капитана Киза, свяжитесь со мной, я прилечу за вами. Удачи, сэр. Сопротивление. Мы не можем. Новый вид. Ковенант. Капитан Киз захвачен враждебными. В большом строении на болотистой. Выстоять, пожалуйста. Это сообщение будет повторяться через десантный корабль Виктор 933. Конец связи.
Отойди! Отойди! Тебе не превратить меня в одну из этих штуковин! Я вышибу тебе мозги! Отвали! Руки прочь, уроды! Лучше сдохну, чем стану, как вы! Ищи себе свое укрытие! Монстры повсюду! Трупом! Я прикинулся! Трупом! Живых забрали! Я до сих пор их слышу, боже! Монстры! Оставьте меня! Сержант, Мендоза, Висенти. О, боже, они забрали их. Далеко, 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 далеко. Они пропали. Понял? Пропали. Меня не получат. Боже, я не хочу быть таким, как они. Пожалуйста, нет.
Почему мы каждый раз должны слушать эту старую фигню, сержант? Следи за языком, сынок. Эта фигня — ваша история. Она должна напоминать вам, ворчунам, что мы сражаемся, чтобы защищать. Эй, если ковенанты хотят уничтожить эту часть моей истории, то для меня это даже хорошо. Да, лучше для нас. Ну так попроси, когда увидишь их, Бесенс. Я уверен, они будут рады угодить. Зона высадки выглядит чистой, опускаю вас вниз. Пошел, пошел, пошел! Держись рядом, Дженкинс! Мендоза, двигайся вперед! Жди здесь капитана и его отряд, а потом тащи свою задницу внутрь. Сэр! Хорошо, давайте двигаться! Что странно, верно? Я имею в виду, посмотри на это! Что-то разодрало все внутренности. Что это? Плазменные рубцы? Да, я не знаю. Может, это был несчастный случай, но вы знаете, дружеский огонь или еще что. Что у нас здесь, сержант? Похоже на ковенантский патруль. Элитное подразделение Задир. Все ПВБ. Очень впечатляет. Ваши друзья? Нет, мы только познакомились. Хорошо. Так, давайте-ка откроем эту дверь. Я постараюсь, сэр, но похоже, эти ковенанты очень старались запечатать её. Просто сделай это, сынок. Есть, сэр. Плохое предчувствие насчет этого. Да вечно у тебя нехорошее предчувствие. Капитан! Сержант! Вы меня слышите? Что происходит, солдат? У нас контакты! Очень много! Они не ковенанты! Они просто рвут нас! Что за... Нет! Капрал, вы слышите? Прием! Мендоза, тащи свою задницу обратно на позицию второго отряда и разузнай, что за чертовщина там творится. Но, у меня нет времени на болтовню, солдат. Я дал тебе приказ. Но, сержант, послушайте. Что за... Откуда это идет, Мендоза? Отовсюду. Я не... Там! Мира! Снимите! Держись! Держите! Снимите! Сержант, мы окружены! Черт побери, Дженкинс, стреляй из оружия! Их слишком много, даже сержант! Даже не думай об этом, морпех! Йоу, это Локо! Вернись сюда, морпех! Дженкинс! Thank you.
Строительство саркофага вокруг неопознанного судна было сегодня завершено. Из него так никто и не вышел. Никаких попыток выйти на контакт. Кроме автоматизированного вещания, которое повторялось каждые 72,83 секунды, но вещание прекратилось неделю назад. В соответствии с процедурой, не было принято никаких попыток установить физический или удаленный контакт с выжившими приземлившегося судна. Выход внутренней атмосферы корабля прекратился за 2 недели до прекращения сигнала. Нельзя установить достоверную связь между двумя этими событиями. Выходящие газы были стерилизованы. Сенсорами не было обнаружено никаких дополнительных признаков присутствия инопланетных гостей. Более 60 тысяч лет я не получал ни одного сообщения из-за пределов массива Ореола. И я не могу узнать, спасли ли мы галактику, которую уничтожили. Согласно протоколу, я должен был хранить радиомолчание, в то время как первый шанс судить об этом погиб. Сказать, что я жалею из-за такого вынужденного результата, большое преуменьшение. Я выполняю проверку карантина лабораторий, и это напоминает мне о серьезности моих обязанностей. Если хотя бы одна из спор прорвется за пределы сооружения, то будет вынесен окончательный приговор нашей роли защитников галактики. Когда был создан план эвакуации массива Ореола, возникли разногласия по поводу того, должны ли мы сохранить какие-нибудь остатки потопа. Многие думали, что это неразумно, поскольку была вероятность, что в один день инфекция выйдет за пределы лаборатории. Те, кто придерживался такого мнения, почти убедили Совет Айкумена уничтожить последние образцы потопа. Но, как ни странно, библиотекарь думала иначе. Я верю, что она была права. Я знаю, таким образом логически я не могу объяснить, что существует способ борьбы с потопом. Способ иммунизации, лечения. Я до сих пор работаю с несколькими слоями памяти, ища упоминания о борьбе с потопом. Но я знаю, лечение возможно, хотя гениальные предтечи так и не смогли этого добиться. Древний враг предтечи знал о способе лечения и воспользовался им, но мы не знаем как. Однако без образцов для дальнейшего изучения способ лечения будет найти невозможно. Конечно, у меня нет оснований полагать, что здесь содержится вся совокупность паразитов. Они могут находиться в замороженном состоянии за пределами нашей галактики, или еще хуже, неумолимо дрейфовать к нам. Я не знаю, что делается за пределами моей установки, но знаю наверняка, чтобы сохранить жизнь, мне очень тщательно нужно защищать эту установку и ее карантин. Да, библиотекарь была права, что нужно сохранить его, продолжать искать лекарства. Тем не менее, со следующим пришельцем будет все иначе.
сердце. Чиф, это вы? Я потеряла ваш сигнал, когда вы исчезли внутри строения. Что там внизу происходит? Я отслеживаю движение по всему этому месту. Сэр, слава богу, вы здесь. Мы проторчали здесь уже несколько часов. После того, как мы потеряли связь с остальной группой, мы направились в точку встречи, а потом эти штуки, они устроили нам засаду. Мы должны убираться отсюда. В нескольких сотнях метров от вашей текущей позиции есть большая башня. Найдите способ добраться туда, и я смогу подлететь и подобрать вас. Приветствую, я смотритель установки 04. Я 343, виновная искра. Кто-то выпустил потоп. Моя функция — предотвратить его побег с этой установки. Но мне нужна ваша помощь. Идемте сюда. Чиф, я потеряла ваш сигнал. Куда вы пропали, Чиф? Чиф!